Всем огромный привет! Рада, что вы зашли на мой канал. Сегодня у меня будет первая посылка по 14 каталогу. Давайте посмотрим, что мне пришло. И как вы можете обратить внимание, коробка пришла очень мятая. Кое-как тут все, в общем, в нее натолкано и было запечатано. Ну, просто стопудово есть что-то не в очень хорошем виде. Итак, давайте будем смотреть документы. Каталог 15-й. 16-й каталог вот в таком вот журнальном переплете, как глянцевые журналы. Так, далее, ну вот вижу уже, что прямо пришла мне водичка, которую я заказывала по вдохновению осени программы, я в ней участвую. Конечно, очень помята. Это у нас мужская версия аромата. Заказывала я также пудру по закрытой распродаже для представителей, тоже она пришла в таком не в очень красивом виде. Это у нас пудра люкс. Так, 10 грамм у нас идет упаковка. Так, упаковано, конечно, тут красиво. Все хорошо, что в такую защитную пупырчатую пленку. Итак, такая тут у нас идет зеркальная поверхность. Как же она открывается? А, вот так. Я заказывала в самом светлом оттенке, без защита, спонжик и вот такой цвет. Конечно, на камеру он более белый, кажется светлый, но на самом деле он такой персиково-телесный оттенок. Не знаю, надеюсь, что подойдет. Кстати, оттенок у меня называется Fair Silk. Так, пудра поедет со мной на конференцию. Очень хорошо, что она мне пришла. Ну, выглядит, конечно, прям очень классно. Но пальчики будут на ней оставаться. Ну, ладно. Так, дальше я заказала также новинку. Это у нас масло для умывания от Nutri Effect без ощущения липкости. Обязательно его тоже протестирую. Посмотрим, как оно будет работать. И попозже поделюсь уже с вами. Далее у меня заказали вот такой новый у нас, новая вышла туалетная водичка Little Sequin Dress. И у меня взяли лосьон для тела. Тоже пришла, видите, какая мятая. Жалко, конечно. Так, это у нас тут новые водички. И в дуэт. Мне очень понравилась вот эта вот желтенькая. В каталоге я тестила их. Так, пробники здесь еще раз продажа. Так, и заказала я сумку на подарок. Сейчас мы ее рассмотрим. Да, пришла водичка тоже помятая, очень жалко. Но я говорю, в такую маленькую коробку натолкали, в общем, как попало. Так, здесь у нас идет также маска для волос. По-русски ничего не написано. Это из новой линейки. Также тушь. Супершок в черном цвете. Да. Пробники. Здесь у нас пришел новый аутлет. Фокус. Так, и еще один аутлет. Так, понятно. Здесь у меня пробники. Вот так, давайте посмотрим сумку. Называется она Betty. Размер сумки 28 на 40 и на 10. Достаточно такая вместительная. Смотрится, в принципе, неплохо. Ну и давайте уже посмотрим ее вживую. Итак, вот так она пришла в свернутом виде. Надеюсь, что она расправится. Такое вот, в принципе, широкое дно. Так, но сзади у сумки кармана нет. Здесь у нас идет цепочка, а на ручке, на второй ручке цепочки нет. Так, здесь у нас клапан на кнопочке. Молния по всему периметру сумки проходит. Один отдел, также один боковой карман внутренний на молнии. И стандартные два кармашка сбоку под разные мелочи. В принципе, сумка вместительная, смотрится она неплохо. Сейчас я еще ее наполню и сниму, как эта сумка будет выглядеть со стороны.
Так, и еще по 13 каталогу я заказывала себе вот набор двух кофточек. Вот это вот малиновая и белая. Так, смотрите, у меня самый большой размер, который я заказывала. В принципе, они мне очень хорошо. Обязательно тоже сделаю кадр, как они на мне смотрятся. Мне понравилось качество. Они такие мягкие и очень комфортные. Вышли они мне всего лишь где-то в 1000 рублей за две кофты. Рукав идет у нас 3/4. Ткань, конечно, прям очень приятная. Настолько комфортно, что прям я нарадоваться не могу. И жалко, что не было еще синей такой кофты в мелкую уже белую полосочку. Так, ну и белая кофточка. Так, вот тут тоже все рукавчики у нас обработаны. Тоже покажу, как она на мне смотрится. Она, конечно, идет более прозрачная, но мне хоть хотелось ее носить, например, под джинсовую жилетку. В общем, все померю, покажу, как они будут смотреться. И они такие достаточно свободные получаются. Так, ну вот, в принципе, прозрачность этой кофты. Ну, под жилеткой, я думаю, будет неплохо смотреться. Но вот это-то вообще прям просто песня какая-то. Настолько мне понравилось, очень приятное, качество такое мягкое.